Всім привіт або всім привіт. Ви на каналі Українки, яка зараз знаходиться в Німеччині. В Німеччині я працюю і буду продовжувати вивчати німецьку мову. Ребят, в Германії я працюю і буду продовжувати вчити німецький язик. Вторник, утро. Людмила йде на роботу на 8 часов утра. Перейшла спеціально на вот эту сторону. Наши минус 3 или минус 2, видите, что на траве? Иней полностью. Подзамерзло все. Цветы возле дома были в инее. Короче говоря, не знаю. Тут трава полностью вся в инее. Вот это вот, как это называется, поле, не поле. Как это правильно назвать? Там мужчина гуляет с собакой. Я его не снимаю, он смотрит на меня. Думает, что попадает в кадр. Я такое не снимаю. Вот, видите, как все подзамерзло. Ладно, пойду сейчас вот по этой тропинке, спущусь. Здесь такое место классное, можно как-нибудь погулять. Ну, вот так вот сниму, видите. Здесь гуляют с собаками, на велосипедах немножко ездят. Это прямо вот недалеко от Эльбе-парка. Недалеко от моей работы, совсем рядом. Холодно настолько, что я прячу руки в карман. У меня есть карманы в брюках и есть карманы в куртке. Так, постоянно люди ходят. Ну, короче, утро, вы же понимаете, да, что утром движуха и транспортная, и человеческая. Сейчас вот тут же буду дорогу переходить, так что камеру буду выключать. Сейчас зеленый свет. Все, ребятки. А, я не успела. Ну, ладно. Я подожду. Или я, может быть, пойду тогда вот по этой дороге. А перейду чуть-чуть попозже. Где в тенечке, где нету солнца, вообще холодно-холодно. Ой. А тут одуванчики отцвели. Нормально вообще, а? Как вам картина? Ну да, ну да. Типичная погода in Deutschland. Доброе утро, ребята. Утро понедельника. Утро понедельника. Утро среды. Я прошу прощения. Я уже сегодня и заговариваюсь, и все. Во-первых, я спать хочу. Вот так вот. Сейчас сколько времени? Сейчас где-то, наверное, половина шестого утра. Вот еще темно в Дрездене. У нас сегодня по погоде обещают дождливую погоду. Ну, вернее, обещают среди дня дождь. 50% вероятности дождя. Потихоньку-потихоньку теплеет. Ну, вы же понимаете, да? Очень потихоньку. Сегодня еще прохладно. И завтра прохладно. Будет сегодня дождь или не будет, решит погода, да? Решит, как говорится, не человек. Но пока что вот такая вот картина. Наверное, надо будет с собой взять зонтик или посмотреть, в какое время обещают этот дождь. Тем более, что вероятность всего лишь 50%. Я очень сильно хочу спать, поэтому сразу же извиняюсь, так сказать, за все свои оговорки, за все свои ляпы в этом видео. Вы уж меня простите. Я, получается, второй день подряд встаю в 5 часов утра. Завожу будильник и встаю. У меня греется духовка. Значит, я вчера после ориентирунг-курс заходила в Kaufland в центре. Кое-что покупила интересненькое. Сейчас я вам покажу. Достану с морозилки. Мне вчера Полинчик сказала: Люда, нельзя ничего размораживать. То, что ты готовишь в духовке. Все надо замороженное готовить. Вот. Купила вчера вот такие вот мини-картофель Ташин. Это значит, я так себе перевяжу, типа как маленькие картофельные сумочки.
ну, типа как, да, сумочки. Но я бы так сказала, мини-картофельные мешочки. Ну, тут почему-то Ташин по-немецки это сумочка, насколько я знаю. Это у нас био. Вот, и тут еще должен быть какой-то творог мягкий, фришкезе und feinen Kräutern. То есть еще и какие-то травы должны быть, да? Угу. Короче говоря, картофельные мешочки с творогом, с мягким и с травами. Вот так вот. Ну, ребят, как могу, так и пою. Вот, не смотрела ни в словарь, никуда. Значит, они у меня полностью замороженные. Сейчас я их открою, посмотрю, сколько их тут штук. Их тут 300 грамм. Так, тут должна быть... О, смотрите, у меня получилось их открыть. О, таких тут, блин, много. Немного, столько штучек. Надо сейчас достать пергамент. Вот, и разложить. Не знаю, сколько их тут выложить. Сейчас подумаю, посмотрю. А, мне еще же надо это, разобрать посудомойку. Это я уже сделаю без вас сегодня. Картофельные сумочки уже в духовке. Да, разогреваются. Ну, потому что вы же тоже понимаете, что они готовы. У меня еще будет сегодня необычный такой в качестве салата. Как это называть? В общем, фасоль в томатном соусе. Такая вот. Покупала в Кауфланде. Что-то мне захотелось фасоли именно в томатном соусе. Вспомнила я про такую вкусноту, которую я очень сильно люблю. У меня там огурчик есть в холодильнике, но я не хочу ничего такого брать. Вот хочу сегодня такое. Хотела, кстати, на другое блюдо ее пустить. Ну, ничего. Может быть, докуплю и блюдо потом приготовлю чуть побольше. Питаюсь пока полуфабрикатами. Правильно вы мне писали. Много едите полуфабрикатов. Есть такое. Значит, я вам сказала, что сегодня второй день подряд я встаю в 5 часов. В понедельник я вставала 5:30 тоже по будильнику. Сегодня среда, она должна была быть, по идее, у меня выходная. Но, ребят, если не вдаваясь в подробности, да, чтобы не оглашать здесь на ютубе ничего такого, надо сегодня выйти на работу, вот так. Буду я сегодня работать с 7:30 утра и до 11:15. Почему? Потому что дольше работать не смогу. У меня сегодня в 12:15 термин к врачу. Вот. Как-то так. Потом у меня, по идее, должен быть разговорный клуб. Но я думаю, что его не будет, что мне надо будет отдохнуть. И потом у меня будет ориентирован курс. А может быть, я и поеду на разговорный клуб, я еще не знаю. Я не загадываю. Потому что сейчас такое состояние, что я бы, вот честно, положа руку на сердце, взяла бы, купила бы, нашла бы, украла бы маленькую-маленькую бутылочку пива, выпила бы и завалилась бы спать. Правда, вот честно. Но этого не будет ни вечером, потому что опять завтра на работу, ну, не получается. Как-то так. Сегодня еще на 7:00 утра должны сюда прийти специалисты, работники, менять дверь в эту квартиру. И просили вообще, чтобы я была в это время дома, ну, в этой квартире. Но видите, как получается, что меня не будет. Комнату я закрою, я надеюсь, что я с ними встречусь. Вот, чтобы забрать новый комплект ключей. Логично, да? Будут новые ключи, будет новый замок. Поэтому как-то так. На прошлой неделе они мне написали, повесили на рабочем шкафчике, на работе пришла. Письмо такое вот к моему руководству обращение, что не можете ли вы сделать так, чтобы Людмила
сегодня там 24 число, была с 7 утра до 12.00 или до 12.15 в квартире, потому что придем менять двери. Людмила написала ответ сотруднику, что я могу быть только до 11 часов. В итоге вчера все поменялось, вот, надо пойти сегодня поработать с утра. Вчера работала тоже 8-8,5 часов, ребята, я вчера была на работе. Ну, вы только не подумайте, ничего не это. Все нормально, я не жалуюсь, все хорошо. Только я просто хочу спать. Вот. Так, сейчас приготовятся мои картофельные штучки, дрючки. Я на них посмотрю. А вчера рыбу готовила где-то, наверное, минут 10. Я на глаз все смотрела. Рыбу смотрела на глаз, и эти тоже картофельные сумочки буду смотреть на глаз. Я на них, кстати, давненько уже посматривала, хотела просто вот купить, попробовать. Знаю, что это не совсем полезная еда, что это нехорошо, знаю. Вот. Но захотелось, хочу. Так что вот так вот. Ладно, подожду сейчас. Все. Стоп-камера, стоп-мотор. Достала эту упаковку, хочу посмотреть, как их готовить. Эти штуки, потому что поставила и точно не знаю. Так, сейчас. Написано, во-первых, что идеалы zubereitung in der Pfanne oder in Backofen. То есть идеально готовить в сковородке или же в духовке. А тут с этой стороны, значит, в духовке до 210 градусов, ну, можно от 180 до 190, значит, на бумаге для выпечки, все правильно я сделала, и 10 минут в духовке их держать. Можно еще на гриле и можно на сковороде. Кстати говоря, состав 80% картофеля, дальше у нас рапсойл, это рапсовое масло, мерсальц, это морская соль, еще какой-то картофель, короче. А где у нас сыр? А сыра нету в составе, странно. Ну ладно, окей. В общем, пока я снимала видео, я думаю, что 10 минут прошли. Сейчас я достану с духовки, ребята. Упс! Эй, горячо, горячо, горячо. Горячо, горячо. Сейчас. Так, главное выключить духовку, чтобы она потихоньку начинала остывать. Они готовы, они даже уже по виду готовы, только очень-очень горячие. Так, сейчас опять напишите, что я не показываю. Ну вот такие вот мешочки. Ай, чуть смазала этим подсолнечным маслом сверху чуть-чуть буквально. Сколько тут у меня штучек? 5 штучек я выложила на духовку. На бумагу на пекарскую. Инструкцию перед этим не читала, честно. Так. Что мне надо сделать? Мне надо немножко дать, чтобы они остыли сейчас. Взять ножик. Вот. И попробовать посмотреть, что здесь внутри. Нет, получились готовые, не сухие. Так, сейчас, ребята, творог есть. Вот, видите, есть творожок. Сыр. Пахнет чем? Картошкой.
картошкой жареной. Сейчас чуть-чуть еще пару секунд пройдет, остынет. Сейчас попробуем, что это такое. Это вкусно. Угу. Да. Это вкусно. Угу. Да. А с этим? С фасолью вообще? Очень вкусная фасоль. Обалденная. Все. Буду пить еще после этого кофе, как обычно, как всегда. Зайду сейчас на YouTube. Может быть, кого-то посмотрю, если успею. Смонтирую видео. Постараюсь дождаться специалистов. Да. Ну и пойду на работу. Вернусь сюда где-то поздно. Спать ложусь в 11 после 11. Поэтому проблема утром встать. Свої рідні Україні, як завжди, я бажаю лише мирного неба, тихих і спокійних днів і ночей, щоб все нарешті стало мирно, тихо, спокійно, щоб були лише гарні новини, щоб все було добре у кожній хаті, у кожному домі, у кожній квартирі. Щоб по всьому світу було завжди лише тільки мирно. Всім вам здоров'я, всім абсолютно без виключення. Бережи Боже кожного, особливо хто зараз в Україні. І всім пока-пока.